Всем привет, друзья! Если гости на пороге, рекомендую приготовить этот замечательный вкусный салат, который готовится на раз-два. Подписывайтесь на мой канал и будем готовить вместе. Берем пекинскую капусту и нарезаем очень мелко. Еще нам понадобятся крабовые палочки. Нарезаем на вот такие кусочки. И отправляем в миску. Болгарский перец нужно нарезать соломкой. И в этот салат обязательно берите желтый. Тогда и салат получится очень яркий. Еще в этот салат я люблю добавлять красный лук. Нужно нарезать очень тонко. Добавляем еще и консервированный горошек. Немножко семечек. Солим по вкусу. Обязательно добавляем дижонскую горчицу. 2 столовые ложки. Заправляем салат сметаной. Хорошо перемешиваем. И готово! Мега быстрый, мега вкусный салатик у нас получился. И я такой салатик рекомендую готовить хоть каждый день. Как видите, он готовится очень быстро. Ничего отваривать не нужно. Все нарезали, соединили в миске и готово. Я желаю вам приятного аппетита, друзья. Отличного настроения. До новых встреч и скоро увидимся. Пока-пока!